интернет. Внимание всем, с вами я, Наиль Порошин. Вот покажу вам еще один интересный фрагмент. Он тоже попадает в рубрику «Антиремонт». Вот, значит, приехал один товарищ у меня, очень известный у нас в городе человек, музыкант. Когда-то... Коля, подожди, Коль, снимаю ролик. Он известный музыкант в нашем городе. Когда-то мы с ним, когда-то я танцевал под его гитару, очень шикарная музыка. Вот, смотрите, он съездил к одному товарищу на ремонт, и он ему, смотрите, как, что он ему сделал. Вот он ему, значит, что-то ему не понравилось, он снял, у него стояла ЭПХХ система полная, смотрите, 7-й карбюратор, значит, здесь экономайзер стоит, микропереключатель, все стоит вроде. Он взял, закольцевал на коллектор, сам экономайзер, ну ладно, правильно сделал. Ну все уже отрубил всю систему. Так зачем надо было давать питание еще на плюс? Зачем? Зачем? Вот. То есть он сделал еще и клапан. Ну ты вот так вот нельзя сделать, вот убрать вот так вот. И вот так вот закольцевать его. Нет, вот же, все, стоит, работает. Нет, он его еще и микрик оставил. От микрика теперь никакой роли-то нет уже. Все уже, как только вот этот клапан закольцован, экономайзер. Все, больше ничего, никакой системы не работает. Ни того черного блочочка вон не работает, смотрите, показываем. Ни вот этого бочонка, вот этого тоже его нету. И микрика нету, как только закольцовано. Запоминайте, мужики. И тогда рыжим проводом, вот смотрите, рыжим. Вот этот провод уже не нужен вам, вот этот плюс, который он тут сочинил. Вот обычный рыжий провод ставим. И все, это пусть стоит, все равно никакой роли же микрик не играет. Запомнили, мужики? И ведь тоже мастер, но он, правда, моторист. Он не знал, да, здесь больше ничего. Больше по моторам. Вот, ребят, запоминайте, это была опять рубрика «Антиремонт». Улыбнитесь вместе со мной. С вами был я, Наиль Порошин. Всего доброго, до новых встреч, до новых роликов. Смотрите, внимание. Это труба, мужики. Я, смотрите, что творится. Смотрите. Смотрите, что творится. Это же все хана мне. Мужики, смотрите, что. Это же труба. Они меня со света живут, точно вам говорю. Ой, что мне делать-то? Мужики, интернет, советуйте. Как избавиться от котов? Мужики, приедьте, заберите, а? Всех. Всех заберите. Натя. 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 Ой, что творится. Ужас. Ужас. На. На, вот, на. На, говорю, на. На. Что же дал тебе, дал уже. На, вот, на. Ой, мужики, на, тебе еще не дал, на. На, 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 на. На. Вот. Мужики, вы смотрите, они скоро вырастут, и татарину придет кирдык, карбюраторные коты сожрут его вместе с потрохами. Давай всем привет, с вами я, Наиль Порошин.